Бердский городской суд продолжает рассматривать уголовное дело в отношении Петра Щербакова. Напомним, что 33-летний мужчина жестоко расправился со своей знакомой по переписке Еленой Кривоносовой на первом свидании. Сегодня Петр Щербаков выступил в Бердском городском суде с последним словом. Неоднократно судимый 34-летний житель Бердска обвиняется в совершении убийства, неправомерного завладения автомобилем, кражи чужого имущества, кражи государственных регистрационных знаков и применения насилия в отношении представителя власти. Напомним, что летом прошлого года Щербаков познакомился в интернете с жительницей Новосибирска Еленой Кривоносовой и после недолгой переписки пригласил ее на свидание. Женщина приехала в Бердск на автомобиле Toyota RAV4. Пара собиралась провести вечер на пляже. По словам обвиняемого, между ними произошла ссора, после чего он решил взяться за холодное оружие. Согласно материалам дела, в салоне автомобиля Щербаков нанес ей не менее 5 ударов ножом в грудную клетку и в живот. В результате жительница Новосибирска скончалась на месте происшествия. Петр Щербаков признался в убийстве, однако категорически отрицает вину в применении насилия в отношении представителя власти. Сегодня он попросил возобновить судебное следствие, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства. Удовлетворение ходатайства о возобновлении судебного следствия отказать, поскольку данные ходатайства были заявлены в ходе судебного следствия. Решение по ним применялось. Никаких вновь открывшихся обстоятельств после выступления подсудимого в судебных прениях не открылось. Завтра по одному из самых громких уголовных дел 2017 года Бердский городской суд вынесет приговор. Какое наказание получит Петр Щербаков за совершенные преступления, узнаете завтра в вечернем выпуске новостей.